Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1341. События дня. Псалом 119:6. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а они к войне. Обращение. Посчитать. Буду останавливать. Курсором держите. Про Игоря. Вот что наткнулся вчера тоже под именем во свете Библии, кто-то там поставил канал такой, и наша встреча с Шахматовым, блуждающий шалун, как я называю. И вот, ну там люди, которые совершенно ничего не знают, но главное, что вот это вот хорошо было там. Хорошо, по душе не о спасении, нет ничего. А вот сейчас, что было хорошо, любиться найти священника или кого-то, и на душе хорошо, главное сердце. А так хоть голый ходи, Богу это не важно. Ну, то есть такой бред околесицу несут, и там никто не смотрит, не убирает эту гадость. Я маленько почистил, убрал кое-что, оставил. 1/5, наверное, счастье. Вот. И сейчас покажу, что там говорят. Состоялась встреча. Полная версия беседы без сокращений, вырезок. Блогер ведет канал на Ютубе «Правда о вере», православный проповедник, миссионер Игнатий Лапкин. Это за видеосерия «Во свете Библии». Ну, вот сейчас тут я буду продвигать, будет видно, вам не видно. Ну, можно было бы его увеличить. Ну, опять все это
путается. Ну, посмотреть можно. Буду я сейчас проводить отзывы людей.
Ну, только на одну наткнулся здесь историю, и сколько всего написано. Вот пожелал кто узнать, вот прошедший день, это воскресенье было, мы, как всегда, встаем рано, 4:40, Гладыщук Елена, Алена приехала. Утром литургия была. Мне Господь позволил быть причастником святых Христовых таинств. Вот вернулись. Я попросил, чтобы собрались 12 машин, выехать на шлюз, показать, что мы делали и как решили рыбачить. Потому что понедельник на следующий день разрешается рыба. Вот суть-то в чем. Рыба разрешается. Ну и все это засняли, показали, будет потом видно, про это говорить. Когда оттуда вернулись, занятия. Пришло мало людей, но занятия все же провели мы. Сразу поехали на бывшую колхозную малину. Тут еще у Игоря в зерноскладе. Гости там приехали, Шерстобитов, младший. Увидели, долго не говорили мы. Вернулись. Вернулись оттуда, обед. До обеда так. Проехали по дамбе. Осталось 6 машин, 5. Вот кто-то не мог, кто-то не хотел, не знаю. Ну а дальше что? Вечером богослужение полное, 2 часа. Такой день был. Как будто неделю прожили. Елена уехала домой, с дочкой была, с Нюрой. Вот так. Так и прошел день. События дня важные, как снимали рыбу из сети, как прошли. С бредем, ну, поймали там бедра полтора всего. И тут же все отдали себе, ни рыбинки не взяли, нету. Вот и все на этом событие дня.